Иван Дмитрий Анатольевич, до встречи. Спасибо большое. Я всех благодарю за участие в этой программе. Спасибо вам. Вам спасибо, спасибо огромное. Слушайте, ну просто... Ну, вам-то близкие тоже, наверное, отвечают взаимностью. А если вы в конец света не верите, в Деда Мороза вы верите? Слава Богу. Я не из тех людей, которые способны детям сказать, что Деда Мороза не существует. Про вашу. Мне понравилось. Почему? А на кнопках у меня сразу. Почему вам спасибо? Это мне спасибо, что я вовремя остановился. Я же трепаться бесконечно. Не выйдет. Вот я таких вещей рассказываю, что, мне кажется, это не будет. Там нормально все будет. Вы не волнуйтесь, ну, конечно, что. Второе, они еще будет сбегать, выходит. Ну, просто, на самом деле, это набор. Знаете, абсолютно все. Ну вот, например, прилетали на Землю инопланетяне, эти самые зеленые человечки. Марьян, значит, рассказываю вам первый и последний раз. Вместе с передачей «Чемодан с ядерными кодами» президенту страны приносят специальную папку. На ней написано «Совершенно секретно». И она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету. Одновременно предоставляется доклад от абсолютно закрытой спецслужбы, которая занимается контролем пришельцев на территории нашей страны. Значит, две эти папки передаются вместе с ядерным чемоданом. После прекращения полномочий, соответственно, эти папки передаются новому президенту. Более подробную информацию на эту тему вы можете получить, посмотрев известный хроникально-документальный фильм «Люди в черном». Вышло несколько версий. Сколько их среди нас? Сколько их среди нас, рассказывать не буду, потому что это может вызвать панику.